Сегодня, 8 мая 2020 года, я со своими помощниками прибыл к мемориальной доске, которая находится по адресу улица Пионерская, дом 13. Этот адрес находится на моем округе. Именно здесь, с 3 по 5 июля 1941 года, был сформирован Красногорский батальон именно добровольцев, и отсюда люди уходили на фронт. Не будем забывать, что от Красногорска за все годы войны ушло более 16 тысяч человек, из них 7 тысяч не вернулось, и порядка 2400 человек погибли в бою. Это горькая утрата для жителей, для всего, в принципе, Красногорска. А если брать в масштабах всей страны, конечно, Великая Отечественная война унесла очень много жизней. Поэтому, дорогие ветераны, с праздником вас! Я хотел бы от себя лично и от клуба «Ярополк», и от своих помощников поздравить всех красногорцев. Давайте будем помнить этот подвиг, этот героизм, эту самоотдачу. В преддверии великого праздника Дня Победы хочу поздравить всех ветеранов. Желаю им крепкого здоровья, всех благ. Конечно же, не забудем тех, кого с нами нет. И какой ценой была достигнута эта победа. Поздравляю всех с великим праздником Днем Победы. Всего на нашем округе проживает 3 участника боевых действий во времена Великой Отечественной войны, и достаточно очень много узников фашистских лагерей, тружеников тыла, но всего лишь только 3 участника. Мой округ — это, получается, Теплый Бетон, практически весь, это Школьная, Первомайская, Пионерская, Маяковская, Советская улица. Поэтому мы сейчас объезжаем и возлагаем венки к мемориальным доскам. Некоторые из них действительно нужно привести в хорошее состояние, поэтому в этом году, с учетом того, когда спадет пандемия, я со своей командой обязательно приведем все доски в надлежащее состояние, потому что люди должны знать и помнить, благодаря кому они ходят спокойно на нашей красногорской земле. Не зря же есть пословица: героем не рождаются, героями становятся. Для тебя герой, скажи, на что ты сам.